Так, сегодня приехали на двух техниках. Одна вон у нас и вторая. Какое-то гнездо нашли. Вот пеньков навыдергивали березовых. Так, ну что, все замульчировали. Начинаем вспашку. Потом один участок фрезеруем, а второй оставляем частично замульчированным. Потому что там надо пеньков много выдирать. Надо экскаватор сюда будет мини гнать. Так, ну что, значит, участок расфрезеровали. Ну, земля вообще как весной почти. Вот. Значит, люди тут наездами. Надо, соответственно, было сделать. Приехали, сделали. Как говорится, ничего не попишешь. Ну, земля сырая. Ну, чуть в черновую разработку. Я думаю, результат как бы, как весной, короче говоря. Вот. Так что дофрезеровываем сейчас, быстренько грузим